Здравствуйте, друзья! Нарядная елочка украсила вестибюль того помещения, где мы находимся, нашего офисного билдинга. Давайте я вам покажу. Тут вот второй этаж, там высокий, вот лесенка идет. Вот. А тут елочка. Это, можно сказать, за счет Хауза, да, от менеджмент-компании. Но сюжет наш, друзья, сегодня будет не о елочке. Вот вы видите три здания слева и одно здание справа. Это наша бизнес, такая офис-плаза, на которой мы находимся. А вокруг нас еще есть. Что-то там строится, вот вы видели справа, что-то слева, что-то там подальше. Вот вы видите еще здания тут близлежащие. И сюжет наш вот о чем. Вот об этих ящичках почтовых наш сюжет. Вы видите, ну, эти два, просто обычная почта. Тут написано, что написано? Написано, что поскольку мало пользуется народ, мы уберем эти ящики вот через не позднее 30 дней от того, как повесили этот нотис. Вот, пожалуйста. А пользоваться можно сейчас? Да, можно. Вот сейчас. Сейчас пользоваться можно. Уберем, говорят они. И вот они хотят убрать эти почтовые ящики. И хотят они убрать еще вот этот вот Federal Express и UPS. Вот это все они хотят с этого места убрать. Ну, наверное, им мало пользуются, потому что с улицы сюда люди не ходят, тут машины мимо не проходят. Но для тех, кто в наших билдингах находится, вот для них это как бы существенное место. И вот как работает американская демократия, да, хваленая. Вот люди сочинили письмо. Анна держит в руках. Ну, полистай, может быть, да, там. Значит, это идет кампания имейлов. Имейлы отправляются не больше, не меньше, как конгрессмену нашему местному. Так вот. И мне тоже ребята принесли, соседи. Говорят, Майкл, ты пользуешься ящиком? Я говорю, нет. Они говорят, ну, может, ты из солидарности тогда? Я говорю, а как же? Так мы-то пользуемся. Мы же туда почту сбрасываем. Обычную почту. Конечно. Ну, да. USPS. Ну, да. Просто FedEx и USPS? Это обычная почта. Да, это USPS. Так она есть обычная. Нет, а вон там отдельно, Worldwide. Это UPS. UPS, я извиняюсь. А это USPS. Да-да-да, извиняюсь. Вот. Короче, вот, значит, видите, Анна Ишу, вот. Энна, вот это вот Энна, вот это наш конгрессмен, точнее конгрессвумен. Конгрессвумен. Конгрессвумен, вот. И американский конгресс, не калифорнийский, а прям туда. Значит, я так соседу, который принес, знаешь, я ему говорю, а что ты думаешь, вот конгрессвуменша, ей вот до нас дело есть, уже она сейчас будет реагировать. Он говорит, да ты чего, говорит, мы же обзвонили, говорит, со всех сторон мужики, говорит, и все. И они уже там уже включились, и, в общем, я, говорит, не сомневаюсь, что нам ящики оставят. Но единственное, что вот надо там побольше имейлов, говорят, побольше имейлов, тогда у них, значит, больше энтузиазма. Это если один человек протестует, это одно, если целая куча, то много. Но с точки зрения, понимаете, с точки зрения почтового сервиса, если мало пользуются, а сюда нужно заезжать, то это как бы такой накладной расход дополнительный. Ну вот, вот такая история, друзья. Посмотрим, чем кончится. И вот я подумал, что на этом светлом, так сказать, месте можно наше сегодняшнее такое событие и закончить наше сегодняшнее видео. Счастливо!